Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Вчера на канале «Все о шашках» состоялся очередной стрим с участием белорусского гроссмейстера Евгения Кондраченко. Евгений, как всегда, порадовал нас подборочкой красивых шашечных комбинаций и интересных позиций. Спасибо. Ссылочку на данный стрим оставлю в описании этого ролика. Можете зайти по ней и посмотреть данный стрим. Всем рекомендую. Кроме того, вчера Евгений Кондраченко бросил, так скажем, вызов всем сильным шашечным гроссмейстерам и шашечным мастерам. Так что, друзья, если вы себя причисляете к когорте сильных шашечных гроссмейстеров и сильных шашечных мастеров, то можете связаться с Евгением, ну, проще всего связаться через соцсеть ВКонтакте, либо можете написать мне, я уже помогу связаться с Евгением. Евгений предлагает сыграть матч из 20 партий со стандартным гамблеровским контролем 2 минуты на партию плюс 2 секунды на ход. По таблице жеребьевка дебютов либо Кондраченко, либо полтора хода. То есть ход белых, ход черных и ход белых. Естественно, о данной жеребьевке не будет знать до начала, так скажем, соревнования ни Евгений, ни его соперник. Скорее всего, запишем стрим также на канале «Все о шашках». Данный матч буду комментировать я. Ну и еще, возможно, кто-то из желающих. Также предлагаю всем присоединяться. Пишите, кто хочет покомментировать данный матч. Если, конечно, не найдется смельчаков сыграть с Евгением данный матч, то играть буду я. То есть данный матч состоится в любом случае. Для меня будет честью скрестить шашки с таким сильным шашечным гроссмейстером. Но я думаю, что в России как минимум 5 человек играют точно не хуже Евгения. Так что я думаю, кто-нибудь все равно примет вызов от Евгения. Будем ждать данный матч с нетерпением. Если вам понравилась данная идея, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Пишите ваши комментарии, задавайте ваши вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания.